Бабочка, бабочка, ну что ты хочешь, Женя мой? Папочка, скажи мне, а малина полезная? Малина? Полезная. Папочка, скажи мне, а сок полезный? Сок? Тоже полезный. Так. Папочка, знаешь что? А когда ты пойдешь в магазин, купишь мне малиновый сок? Конечно, куплю. Мне как раз нужно купить хлеб. Прошло 20 минут. Сын, я купил тебе малиновый сок и себе хлеба. Понравился лайфхак? Ставь лайк!